И через 9 месяцев рождается ребенок. А это, Эндрю, есть факты жизни. Люди и правда делают это, сэр? Ну, да. А женатые люди? Этот полагает, они рассматривают это как обязанность или необходимость. Ну, это не совсем обязанность, Эндрю. Большое облегчение. И это естественный и лучший способ завести детей. Сэр, из миллионов сперматозоидов лишь один делает это. Это точно. А что с остальными? Ну, они умирают. Они умирают? Этому очень жаль их. Что поделаешь? Поверь, все это считается абсолютно нормальным. Для обеих сторон, сэр? В идеальном мире, да. Так что люди делают это довольно часто. Как часто, сэр? Ну, как могут часто, фактически. Хотя бы поначалу. Сэр, можно говорить с вами откровенно? Как всегда, Эндрю. Просто весь этот процесс кажется таким беспорядочным. Справедливое замечание. Они умирают.